Всем привет, с вами интернет-магазин kado.ru и с вами Андрей Колесов. Покупайте лучше, а про остальное забудьте. В этом видео я хочу рассказать про новинку нашего интернет-магазина, корейскую мотышку от Devit. Самое главное отличие от японской мотышки, артикул 2901, это вот такое полукруглое лезвие. И само лезвие находится под 90 градусов к шее инструмента. Ручка здесь классическая, 14 сантиметров, сделана из ясеня и покрыта лаком. И с таким вот логотипом Devit. Длина рабочей части составляет 15 сантиметров. Само лезвие, оно такое полукруглое и отточенное. Работать этой мотыгой можно и лезвием вот этим отточенным, такими движениями к себе, и кончиком. Здесь очень острый кончик, и можно какие-то такие точечные работы, либо наносить вот такие вот удары по земле. То есть можно культивировать почву, можно срезать сорняки. Замечательная мотыга для работ в саду и огороде. Покупайте эту мотыгу в нашем интернет-магазине kado.ru. Покупайте лучшее, а про остальное забудьте.